Всем здорово, танкистчики и подписчики, я вам желаю приятного просмотра. На Евросервер стартовал новый розыгрыш, уже далеко не новый на самом деле. Высшие хищники, но сегодня снова он стартовал. Значит, какие здесь прокруты? 50, 100, 200, 330 и так далее. В общем, нету прокрута даже за одно золото. То есть, поначалу может быть показаться, что он выгодный, а дальше тому, ну, как повезет, или вообще не стоит сливать золото. Ребят, я вам желаю приятного печенюшка поедания, чека попития, там всего самого лучшего, а мы начинаем. Кстати, вебки сегодня не будет, потому что телефон с вебкой было люто разряжено. А надо контент пилить, погнали! Так, с первого прокрута, ребят, что выпадет, как думаете? Так. Вау, я так и знал. Поехали дальше. На аккаунте девушки у нас есть тоже розыгрыш, но есть голды побольше. Так, ребята, значит, с первых прокрутов у нас свободка. Опаньки. Два контоса высшие хищники. Капец, как это круто. Так, ладненько. Будем надеяться на то, что нам выпадет имба танки с тех контейнеров. А пока что, ребята, мистики мы все тоже забрали. Тоже неплохо. Кстати, как раз три мистика не хватало. Прикол. Блин, если тут один был талисман еще, тогда третий уровень мистика бы смогли забрать. Ладно, танкисты, погнали. Резко открываем, танк не выпадает. Ничего страшного. Раз, два, поехали. Так, с высших хищников что-то мне вообще тоже не всегда не везет. Они какие-то ненормальные, эти конты, честно. Потому что с них вообще не падает ничего. Раз, два, три. А вот с мистических контейнеров вот это другое дело. Зацените, ребята. 200 тысяч серебра. Красота, просто красота. Так, ладненько, со второго раза. 100 золота. И с последнего мистика. Нет, предпоследнего, сейчас еще дадут. 2к свободки, вообще просто. Жалко, что игра уже не та, что раньше. Но все же, мы надеемся на лучшее. Раз, два, три, поехали. Мистический контейнер второго уровня, легендарный. Вот вам легендарство, прокекали они все. Все свое легендарство, вот и разрабчики. Спасибо большое, разрабы, что-то вы мутите вообще нездоровое. С головой, наверное, все, ладно, поехали дальше. Ну и, конечно же, на следующем аккаунте тоже хоть сколько-то голды есть. С первого прокута свободка, свободка. И опять свободка, самый везучий аккаунт в мире, просто. Ну и собери все. Зато с этого собери все, может сейчас нам выпасть танк, ребята, без шуток. Танк не выпал, фу, едем дальше. Ну что, ребята, знаете что? У меня есть немного золота, и здесь есть розыгрыш огромный сюрприз. И что лучше, высшие хищники или огромный сюрприз? По крайней мере, мы пробуем сливать на высшие хищники. Капец, а ведь осталось чуть-чуть золота, чтобы проверить, что лучше, ребята. Ну, здесь хотя бы мега-контейнер дали за 150 золота. Уже приятно, скажите. 250 золота. И благодаря этому же розыгрышу мы прокрутим еще разочек высшие хищники. Бесполезные, кажется. Ладно, ребят, бывает всякое. Едем дальше. Ладно, ребята, подумаешь, это всего лишь игра. И нам выпадет в любом случае когда-то что-то имбовое. А когда? Ну, не сейчас. Может, попозже. Кто его знает. В любом случае, танкисты, будем надеяться на лучшее. Так, огромный сюрприз. Дай мне чисто блинчики. Ну, ладно, ребят, благодаря этим песочным 10 контейнерам мы имеем возможность залутать классную награду. Короче, все сольем, но ни одного сертификата мы так и не получили. То есть не судьба, да, вообще, чтобы покрутить еще розыгрыш. Ну, ладно, ребятки, ладно, что поделаешь, давайте другой покрутим. А он окупа нам не дал, едем дальше. Ладно, друзья, на самом деле, ну, в общем, давайте попробуем на третью секундочку. Раз, два, три, поехали. Потому что вот эти все прокруты, скипания, ребят, на самом деле это все не то, что нам нужно. Раз, два, три. Давайте без задержки, просто на третью секундочку. И у нас выпадет что-то невероятное. Ну-ка. Ребят, ну уже хорошо, собери все, что ли. Раз, два, три. Давайте будем так открывать. Потому что реально, надеюсь, не один раз так повезло. Или один. В любом случае, танкисты, нужно проверить. Капец, тут розыгрыш насыпало. Это ж как давно я сюда не заходил. Мамочки мои. Ладно. Раз. А, давайте максимально резко. Это ж собери все, частенько так танки падают. Но в этот раз не судьба. Ладно, едем дальше.
А теперь, танкист, я просто хочу сделать сравнение. Что если продать какую-нибудь коллекционочку, или даже не одну, а капец, как серьезно, три коллекционки, никто бы из вас такого не сделал ради этого розыгрыша, но... Я сделаю, чтобы проверить, неужели Wargaming так сделали, что нельзя выбить танчики или что-то крутое, пока не сольешь свое. Готовы? Поехали. Не будем скипать, не будем считать секунды, просто стандартно открывать. И у нас выпадает свободка, хорошо. Так, ладненько, проверим хотя бы, что будет вообще. Так, свободка, я понял. Ну, знаете, вот этот розыгрыш «Высшие хищники», ну, как-то слишком много раз он появлялся, и нету чего-то такого, типа, вау, имба, все дела. Нет, что, разрабы, ну, блин, все-таки, неужели вам не хочется что-то новенькое слепить? Зачем повторять то же самое 100 раз? Я вот, например, сегодня не совсем выспался, но все равно, как-то... Ладно, ребятки, будем ценить все, что есть. Давайте, пишите комментарии, что вам выпало. Так... А я обязательно покажу 10 комментариев в конце видео, что же вам выпадало из прошлых видео, то есть что вы писали и так далее. Так, ладно. А пока что 500 тысяч серебра или сколько там было? Да, 500 тысяч серебра. Так, ладненько. Угу, на X10. Капец, что-то залагало. Ладно. Ну и чё? Мы расстраиваться не будем и, скорее всего, завершу весь розыгрыш. Мы просто посмотрим, что из этих контейнеров... Давайте уже поскипаем, потому что все равно здесь все, так сказать, обречено на закрытие. Так, ладно. Ну, бомбически это хорошо, танкисты, согласитесь. Бомбически это очень круто. А, то есть мне еще не хватило золота, вы что, серьезно, что ли? Короче, ребята, все, разрабы молодцы, мне хочется радоваться, так что поехали. Так, собери их все. Что-то танк не выпал, хорошо, я понял. Так, а теперь бомбические контейнеры. 1000 золота, это радует? О, крушитель, наконец-то хоть что-то выпало. Но и то, там мало. Опаньки. Я думал залагало, потому что танчик выпадет. Мне с этих контосов вообще никогда не везет, ребята. Они какие-то реально открученные. Пишите комментарии, если у вас так же. О, 500 тысяч серебра, неплохо. Так, ну ничего, мы должны закрыть розыгрыш, иначе это будет вообще какая-то ерунда полная, ребят. Согласитесь. Так, ладно. Мамочки мои, еще дешевый танчик выпал. Ну вы что, шуть? А, ребят, у нас же крушители есть, все. Крушители, это, конечно, лютый имбовый танк, ребят, сорямба, что я его продал. Но, а, мне еще немного не хватает, вы что, прикалываете, что ли? Серьезно? Ладно. Раз, два... Три. Будем открывать на 3 секундочку. Вдруг выпадет золото. О, куча наград. Мамочки мои, а голды-то не выпало. Раз. Два. Ну ладно, черный ящик так, черный ящик. 100 золота. Именно минималка. Вы что, прикалываетесь, разрабы? Ребят, мне хочется сказать всю правду. Суточный лимит исчерпан. Я что, так много продал, что ли? Вы что, прикалываетесь? Так, ладно, что-то здесь не так. Наверняка, ребята, я продавал раньше сегодня же на этом аккаунте, просто забыл. И мне не хватило, ребят, совсем немножко золота, чтобы забрать сертификат. И я, знаете, что сделаю? Да, конечно же, я включу, активирую бустеры золота. И я, разве можно не нафармить? Я просто потом его заберу. Главное не забыть. Ну, блин, я же забуду, ребята. Давайте скатаем... Давайте, короче, выживание быстро там на паузу поставлю, все сделаю, окей. На самом деле, танкисты, в общем, вы поняли, да? Я там, короче, даже не забрал в итоге сертификат. Я попробовал сделать выкуп с других розыгрышей по минимуму, но мне не повезло. И, короче, ребята, это жестко. Даже не дали нормально забрать сертификат. За такую сумму золота это, ну, как-то пахнет откруткой, вот и все. Потому что шансы, они шансы для всех, и... Хотя бы чуть-чуть можно было, что повезло, но просто до конца не повезло. Ладно, ничего страшного, подумаешь, с кем не бывает. А вот здесь, ребят, по КД падают контосы, что очень даже приятно. И время подарков, аватарочка прикольная. Так, ладно. Собери все, у нас выпадает 1000 золота, что очень даже неплохо, благодаря чему мы еще круто нем розыгрыш. Ну, X10 это, конечно, полезная вещь, мне прям хочется радоваться очень сильно. Так, ну...
А мистики, они уже давно понерфлены. И, в общем, ребята, такое чувство, как будто игра лягла на дно и хочет сказать нам, чтобы мы в нее не играли. Ладно, ребят, на самом деле просто у всех учеба, там все дела, там я вам сочувствую многим, короче, кто реально этим всем там занимается. Ах, помню, я тоже был когда-то на учебе, это реально очень, ну капец, это как в клетке получается, и это, ну, нехорошо. Ладно, ребятки, все. Знаете что, не буду я крутить розыгрыш, ребят. Как вы уже поняли, он какой-то, ну, не такой. Первый прокрут еще можно сделать, а дальше все. Давайте загадаем танчик, который вы вряд ли отгадаете. Этот танк будет где-то... Давайте дерево танков США из десяточек. Секунду. Этот танк имеет средний урон за выстрел 400 единиц. Однако у него башня вращается. И, конечно же, он гоняет средний с плюсом. Пишите комменты, что вы думаете, броня у него есть. Всего вам наилучшего, вот 10 комментов, которые вы пишете постоянно. Спасибо вам большое, ребят, я просто немножко не выспался, поэтому сорямба, удачных открытий вы немного не увидели. А так, покеда, лучшее настроение и ждите в среду стримчик, чуть позже запланирую, покеда.